Нарушение порядка приема наличных денежных средств, отсутствие платежных терминалов, неуплата единого налога до начала осуществления предпринимательской деятельности, транспортировка товаров без наличия сопроводительных документов. Такие нарушения выявлены налоговой инспекцией Новополоцка в первом полугодии 2019-го. Составлено 35 протоколов об административных правонарушениях, 7 административных дел направлено в экономический суд Витебской области. Для города Новополоцка характерным нарушением в основном является это нарушение порядка приема наличных денежных средств. Оно происходит в основном в магазинах так называемых дешевых товаров. Почему-то их называют узбекским, но, наверное, это все-таки больше китайские товары. Похвально у нас позиция жителей нашего города. Вот активная позиция. Многие очень часто сообщают в наш адрес о тех или иных нарушениях, включая направление письменных заявлений. Напомню, что в ведении Новополоцкой инспекции сегодня также Рассонский, Верхнедвинский, Поставский и Глубокский районы. На территории районов, граничащих с Российской Федерацией, это Рассонский и Верхнедвинский районы, административные процессы велись чаще всего в отношении перевозчиков так называемой санкционной для России продукции – овощей и фруктов, а также мяса, лома и отходов черных металлов. И имело место и 3 факта нарушения повторных, то есть когда уже выявлялись факты неуплаты налогов, единого налога до начала осуществления деятельности. Но следует отметить, что при повторных выявлениях фактов уплаты налога налог исчисляется налоговым органом с применением коэффициента 5. А это, извините, 5 месяцев, по сути, работы на законных основаниях.